С 2021 года вступают в силу новые законы и правила. Так, минимальный размер оплаты труда вырастет на 5,5% и составит 12 792 рубля. Он превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения, который в целом будет равен 11,5 тысячам рублей. С 1 января вырастет и пенсия по старости до 17 443 рублей. Увеличится и материнский капитал. Эти средства можно будет направить и на первоначальный взнос по сельской ипотеке. Кроме того, чтобы стать участником программы, теперь не обязательно быть собственником участка. Получить сельскую ипотеку сможет и арендатор. Вступает в силу и закон об особенностях дистанционной работы. Он предусматривает, что удаленка не может являться поводом для снижения зарплаты при сохранении объема работы. Устанавливает нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха, а также по порядок взаимодействия работника и работодателя. С 1 января вырастут цены на некоторые виды алкоголя, а оборот немаркированных товаров легкой промышленности будет запрещен.